началом видео хотел бы вам напомнить, чтобы вы не забывали вводить код создателя контента. Мой код создателя контента Экспировид. Поддержите мой канал. Огромное вам спасибо. Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в фраг про шутер. Если друзьям нравятся видосики по фраг, то не забываем поддерживать мое видео лайком, подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан, и пишем свой клевый комментарий. Сегодня, ребят, я буду открывать две легендарные карты. Я знаю, что вам нравится, когда я открываю сундуки и легендарочки, поэтому, ребят, подсобирал для вас две легендарные карты. Откроем несколько сундуков, а после поиграем уже за тех героев, которые мне выпадут именно с этой легендарки. Поэтому, друзья, еще раз повторюсь, с вас обязательно лайк. Чем чаще вы будете ставить лайки, писать комментарии, чем больше вы будете меня мотивировать на то, чтобы я записывал побольше видосиков по фраг. Ну, я начинаю. Давайте начну, ребят, я с той легендарной карты, которая мне вот эти вот задания выпала. Я решил открыть именно ее, а потом уже откроем там, где типа сундуки, она уже отстакалась. Я надеюсь, вообще, в принципе, у меня уже есть абсолютно все герои, мне больше особо никто не нужен, кроме электродевочки и тех, которых мне надо улучшить. Королева, бум, не выпала. Я ее не собираюсь, в принципе, пока не все улучшать, но я ей, в принципе, не пользуюсь. Герой хороший, особенно в начале, за нее очень можно хорошо разваливать. О, здесь можно еще золотой сундук, давайте обязательно тоже его откроем. В принципе, неплохой герой. Кстати, у меня, по-моему, на нее еще нет обзора. Ребят, напишите мне комментарий, хотите ли вы, чтобы я сделал на нее полноценный обзор. Так, ну тут Кецель, Джей Би. И да, ребят, немножечко спойлера, скоро выйдет новая моя рубрика «Подборка колоды от подписчиков». Там будет целых 8 или 10 колод, я еще не определился. Поэтому, ребят, не забываем, если вы до сих пор еще не написали свою подборочку колод, то обязательно переходите под то видео, пишите, потому что завтра я начну, уже приступлю к записи этого видео. Я знаю, что вам нравится это смотреть. Давайте теперь открою эту легендарную карту. Блин, ну давай электродевочку. Ну или хотя бы... Ну, мне выпал Инферно. Не знаю, зачем он мне, эта тварь, я ей не пользуюсь, падла, блин. Знаете, когда я хотел его выбить, когда он только появился, он был мега имбищий, то сейчас это просто фуфло какое-то. Хотя его много кто использует, и я уверен, засрут комментарии, там, не сри на Инферно. Ладно, не буду срать, ну, он просто так себе персонаж, ей-богу. Ладно, давайте эпический сундук откроем. То есть сегодня мы будем играть за Королеву Бум и из-за этого Инферно. Ну ладно, хорошо, неплохой герой, но не то, чтобы был прям хорош настолько, чтобы он был у меня в основной колоде. Лонгшот, нахрен. Мими. Ну, я ей не пользуюсь. Так, у меня еще есть ранговые, давайте тоже их, давайте сразу сейчас открою. Кстати, мне до сих пор еще с ранговых сундуков не выпало ни одной силы фраг. С обычных мне падает, а отсюда нет. Должно как минимум хотя бы один выпасть, а мне до сих пор еще не выпало. Я не понимаю, в чем дело. Хотя да, я не спорю, в этом сезоне мне и так ни хреново тут накапало, там легендарочки, легендарочки, легендарочки. Но мне надо сила фраг. Уже у всех там по две силы фраг, а у меня до сих пор только королева единорога, которая носит в себе силу фраг. Ладно, ребят, давайте пойду сейчас заберу этих героев в кучу. Наверное, пойду в режим 2 на 2, как раз есть ивент, и поиграем за Королеву Бум и за Инферно. Короче, ребят, началось наше адское музыкалити. Давайте, наверное, начнем именно с адского, а потом продолжим всякие музыкалити. Будем танцевать уже и отображать музыкальные инструменты как-нибудь попозже. Потому что я смотрю, тут леденец пробрался, еще какая-то хрень ползет. О, привет, Биби. Я хотел ее сварганить. Есть контакт. Так, ну вулкан, короче, меня целился, зря он это делал. Пришлось мне его отправить немножечко к себе домой. Так, я вижу там гадес. Да, чувак как раз переключился. О, забияку, забияку надо выносить, выносить. Ну, конечно же, за нее сразу переключились. Слушайте, а если я создам забияку, он будет брать и восстанавливать мне тоже башни? А Королеву Бум как-то по-быренькому, я смотрю, вынесли. На, 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 ползи, ползи. Из моих еще никто не появился. Легендарная карта долго возрождается. Кто здесь задумканно решил поиграть, я не понял. Ноп. Ноп. Он, короче, где-то здесь, да? А, он все, погиб. Ай, стоять. Ребята, вы обязательно напишите мне комментарий вообще, кто использует сейчас еще Инферно, кто использует Королеву Бум.
Потому что, по сути, ну, оба героя неплохие. Но Инферно сейчас вообще не актуален, есть гораздо круче герой. А вот Королева Бум, да, может еще навести, в принципе, шороху. Блин, надо Забияку убивать. А, хотя, в принципе, и так ведем, все нормально. Так, подождите, вот эта башня, да, она не снесена. О, обе башни, все, я наверх. Как оперативно, слушайте, у меня тут все сработали, мне аж понравилось, а меня убили. О, давай тебя скопируем. Слушайте, ну пока месть что-то как-то за Инферно, у меня больше получается что-то как-то кого-то убить, чем за ту же самую Королеву Бум. Чувак, ты целился в меня, но походу я тебя сейчас убью. Дай мне ее убить. Я убил. Так, сразу пойду, наверное, на левый фланг. И пора уже, короче, делать вещи. Так, Вулфсона сейчас не будет, и тебя тоже не будет. Ха-ха. По красоте. Там, кстати, уже кто-то ползет. Блин, мы даже попали. Давай, 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 давай. Ха-ха, там тоже Инферно есть, давай, копируй меня. Да стой, блин, не коси, не коси. Есть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Запахло жареным. Причем я начал сам чуть не покрываться корочкой. Не, я, наверное, возьму... Да, я возьму аптеку. Да блин, почему именно на тех переключается, за кого я стараюсь играть? Точнее, против кого. Кто меня где атакует вообще? Так, я думаю, мне здесь, по-моему, уже делать нечего, да? А, не, есть что. Это ты от меня прячешься тут? Вон, давайте сейчас его лобешник. Бум. По красоте. На нахер. Слушайте, что-то у меня сегодня... Знаете, это тот случай, когда ты их набишь персонажа, а у тебя за него вроде все нормально получается. А ту героиню, которую вроде перехвалил, и нифига вообще, просто бегаешь, фигней страдаешь. Так, давайте я, наверное, продолжу за Инферно. Не знаю, ребят, ну, что-то как-то подзашел он мне немного. Так, давай, наверное, тебя скопирую. Ладно, не тебя. Кстати, а вот красную тень я бы скопировал. Да, блин, кто там еще? Илья, они всей кучкой тупо с одной стороны решили навалиться. Да-да-да-да-да, молодец, молодец, я обойду. Там кто-то атакует, но нам-то, в принципе, плевать. Немного боль... Вот надо больше патронов Инферно. Больше патронов и скорострельность его улучшить. Было бы интереснее. Потому что просто импланты ставить... Ну, импланты можно и на что-то более полезное поставить на самом деле. Да отстань, дай мне, блин, убить хотя бы Мэка. Ладно, не успел. Бумчик, твоя очередь. Блин, Королева Бум, плохо, что у нее не разрывные. Надо прям четко в цель попадать. Не знаю, мру за нее как муха. Кто там, гости? Не-не-не, нас на такое не возьмешь. А, блин, почти попадаю, только попадаю не туда, куда надо. Попал. Так, надо кого-то убить за Королеву Бум. А то что-то создается реально такое впечатление, как будто она нынче вообще ни о чем. Вот, красную тень почти завалили. Блин, не завалим.
Короче, я не знаю, друзья, что происходит. Я была королева бум лучшего мнения. Так, ну сейчас королеву, наверное, завалим, да? Нет? Так, ладно, давайте, наверное, башни все-таки уничтожать. Это кто, Оля сюда приперлась, да, по-моему? Короче, ребят, по-моему, мне придется пересмотреть свое отношение к такому персонажу, как Инферно. Ну, за него киллы делаются, вроде нормально даже играется. Я, ну, честно, я удивлен. Наверное, возможно, это из-за того, что, ну, не знаю, может, мне как-то вот против кого-то я играл. Или просто когда против меня играли, его как-то не так использовали, как мне нравилось. И я его, ну, не знаю, ну, что-то мне как-то этот герой, ну, не сильно заходил. Но сейчас вы сами все видите. Да, он наносит, в принципе, неплохой урон, но... За королеву бум, я не знаю, у меня сегодня геймплей вообще не задается. Давайте сейчас за нее переключусь. А ее нет, она сдохла. Блин, пипец. Самое главное, она может увеличивать себе хп, и ее нету. Короче, катка будет быстрая. Давайте, наверное, здесь, ребят, поподжидаю немного. О, иди сюда, давай тебя скопирую. Да дайте, он мой! Ну да хрена ты его трогал, блин, красная тень. Это себе очки хочу понабивать. О, стоять. Бум. А куда это ты несешься? Не-не-не-не, стоять, стоять, киса. Попали? Да я думаю, попали. Короче, ребят, вы сами все видели, сегодня мне выпала королева бум и инферно. За инферно очень хорошо пошла игра, я аж удивлен. А за королеву бум сегодня что-то, ну, вообще никак, не знаю. Смерть за смертью, хотя за инферно только то и делал, что делал киллы. Ребят, напишите мне обязательно комментарии, что падает с легендара к вам. Напишите мне комментарии, как вам оба этих героя. И напишите мне в комментарии, хотите ли вы, чтобы я сделал полноценный обзор на такую героиню, как королева бум. Но были на канале Xperavid, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Кто еще почему-то, по какой-то там неведомой причине не подписан, не знаю, может, какие-то космические излучения. Ребят, 75% меня смотрят без подписки, ну какого хрена? Подпишитесь. И обязательно, ребят, пишите свои комментарии. Всем спасибо и пока-пока.